У спортивному комплексі ТИР Могилевской областной организационной структуры «Динамо» отбылся открытый турнир по дзюдо «Калядные старты». Спаборницы собрали больше за 70 12 транстехходовых удельников 10 юнацких спортивных школ Гомельской, Витебской и Могилевских областей. Ваговые категории от до 36 кг до свыше 60. Але без меньшаванию на перед дни Нового года, зрозумело, обойтись не могло. Традиционные спаборницы прошли уже на новых татами. Такий подарунок юным спортсменам зробил офицерский сход управления внутренних справ у рамках республиканской доброчинной акции «Наши дети». Я уверена, что сегодня в этом зале открытый турнир «Рождественские старты» по борьбе дзюдо собрал тех, кто своим упорством и силой воли готов не только показать высокие спортивные результаты, но и быть примером для своих сверстников. Вести здоровый образ жизни, соблюдать закон. Упартая боротьба, негледзячы на ўзрост, саступаць спартсмены адзін аднаму не плануюць. Для іх удзельнікаў шанец паказаць свае здольнасці, назапасіць вопыт і атрымаць каштоўныя навыкі. Надзея не толькі на будучыню спорта, але і на правільны шлях у жыцці. Важна, щоб усе ўчастнікі былі єдінкі і дружбі. І пусть в этих соревнованиях победят сильнейшие. Крепко всем здоровья, благополучия, удачи, спортивных побед. Приємно, что большинство переможцев оказалось из Могилевской области. Артем Казаченко у категории свыше 60 кг, Алина Миколуцкая до 36. Переможцам и призерам турниру вручены дипломы, медали и памятные призы.